Итак, пидор. Здравствуйте, мои хорошие. Всем привет. Добро пожаловать в спецвыпуск передачки «Ты смотришь», говорю. «Ты смотришь», я говорю. Поздоровайтесь, это Миша, мой брат. Да. Давно его здесь не было. Вы можете помнить его по мегагерцам и таким прекрасным цитатам, как «Кому есть? Жалкий ублюдок, у него даже руды нет». Вот. Как Трой Маклюр, да? Да. Мы вообще в этой передачке выполняем челленджи, которые присылают нам зрители. Но в этот раз выпуск специальный, и задание придумал я лично для нас обоих. Я его не проходил, я его попробовал просто. И посмотрел такой, и попробуем его вместе с Мишанькой. А давай! Всем приятного просмотра и погнали! Вперед! Короче, Мишанька, давно у тебя вообще не было здесь. Да, очень давно. Все скучали на самом деле. Сегодня я лично вместе с командой подготовил для нас задание, вот, с рулем, как ты понимаешь, и заметил. И это, короче, будут веселые, классные дальнобойщики. Ну, блин, я думал, ты меня удивишь как-то. Все тривиально, прям все тривиально. Алмазный, блядь. Алмазный, да. Естественно, блядь. Нужно приехать первым, вот. По сути, типа, приехать первым, вот. Но там долгой дороги не будет, есть сейф, с которого мы стартуем. Ага. Вот. То есть там не такая большая дистанция, но все-таки она опасная. Вот. Нужно приехать первым, и есть некоторые проблемы. Нет нихуя бензина, вот. А как ты понимаешь, там... По пути там нет бензоколонок никаких, нигде не заправится. Вот. За тобой прям сразу конкуренты. Ты первый будешь. Ну и точнее, начну я, но в итоге типа... Буду последним? Да, да. И фишка в том, что за всю вот этот отрезок трассы у нас есть только один вызов 911. Короче. Сразу объясню, что вызов 911, он тебя возвращает на трассу и восстанавливает тебе чуть-чуть бензина. А, вот. А бензина типа не хватает? Бензина вообще уже почти нет. Вот. А-а-а. Типа, и где-то. А бензоколонок там... тоже нет. А? Бензоколонок тоже нет. Вот. И там где-то в середине пути ты сам поймешь, когда тебе нужно нажать и 9.1 прожать и продолжить путь. Проблема в том, что когда ты только нажмешь 9.1.1, ты встанешь на месте ровно и опять будешь стартовать с нуля, короче, вот. А так как у тебя сзади конкуренты, они сразу тебя такие, опа, и обгоняют, короче, вот. В этом сложность всей этой фигни. Вот, и мы попробуем с тобой сегодня это выполнить. Давайте посмотрим. Сейчас я немножечко настрою запись всего, и мы поедем. И мы поедем, действительно поедем, кстати. Ну, как бы вот. Поедем, да. Да, да. А без бензина что, мы не можем ехать, что ли? Без бензина все, выключается двигатель, и ты становишься... Бля... Вот что его заправляет. Да, да. Интеграция! Кто ты? Крестьянин. В преобразовании. Следующий. Кто ты? Я? Троглодит? В преобразовании. Следующий. Кто ты? В преобразовании. Следующий. А кто ты? Я лесная фея, несущая добро. В преобразовании. Следующий. Кто ты? Я не знаю. В преобразовательную платформу. Куда? Образовательная платформа Skillbox. Это не только IT и хакеры. Сейчас там открылся совершенно новый, уникальный, а главное бесплатный курс по профориентации. 34 профессии по 8 направлениям. Программирование, дизайн, маркетинг, управление, аналитика, игры, кино и даже музыка. Тебя ждет профориентационный тест, по результатам которого ты получишь подборку из 4 профессий,
Психометристы и профессиональные психологи составили его специально для тебя и будут помогать с выбором по окончании курса. Поработаешь с убеждениями, мешающими сделать первый шаг. Послушайте, а можно очередь не задерживать? У нас с первыми шагами проблем нет. А вот с последним, кажется, назревает. Ну что вы за твари-то бессердечные? Человек вот найти себя не может, а вы? У вас что, совсем морали нет? Мораль у нас есть, только отрицательная. Мы ж как раз поэтому и стоим. Так, кто будет много говорить, станет грустной фронтовой единичкой на поле боя, прикрывающей скелетов. Поймешь, чем именно хочешь заниматься. А главное, попробуешь это на практике. Сам курс занимает всего 3 часа. Его можно легко освоить за один вечер, и он навсегда останется в твоем личном кабинете. То есть, я могу зарегистрироваться сейчас, а воспользоваться, когда мне будет удобно? Абсолютно верно. На самом деле, курс полезен для каждого. Будь то поиск себя или просто для убеждения твоих устремлений. Проанализируешь свой опыт, желания и текущую жизненную ситуацию. На основе этого сформулируешь критерии к новой профессии. Примеришь эти самые профессии на себя и поймешь, какая из них тебе больше всего интересна, чтобы почувствовать себя, наконец, действительно нужным специалистом. И только в ноябре у Skillbox проходит умная черная пятница. Скидки до 60% и второй курс в подарок. Проходи по первой ссылке в описании или по QR-коду тут. Регистрируйся на курс, и профессия мечты ждет тебя. Спасибо тебе, могущественный лич. Хорош ты человек. Так, смотри, как только ты нажмешь, мы загрузим, я поеду, и таймер, когда закончится на 5 минутах, ты услышишь дик-дик. Да, вот, я отпускаю руль, вот, и ты его срочно хватаешь. Вот. Хорошо. Я даже думаю, не буду нажимать на escape, ни паузы, ничего не буду делать. Потому что мне неудобно будет нажимать на escape. Да, он у меня где-то здесь, на приборной панели. Вот, поэтому давай попробуем. Вот на play нажми туда. Вот. И покажи пару секунд, как он там. Я поехал! Всё, пошло. Я давай. Поехал! Всё. Ты чё, давай? Я поехал! Всё нормально. Ты быстрее, блядь! Это тягач! Сука! Как бы взял тягач, хуячь. Так, надо включить зеркало заднее видно. Вот, это то, что я помню, что надо включать. А зачем? Чтобы видеть, что за пидорасы там сзади. Смотри, какой! Ебать! Зови этот призрак! Вот, сразу просто. Хотел сказать, Сивили Джонса, как его там звали? О, черт. Кого? Летучий голландец. А, летучий голландец, блядь. Летучий кенвард, короче, как он говорит. Летучий китаец. Это Джили такой. Вот, короче, видишь сзади, что за пиздец происходит? Ты его блочишь? Да, типа, я их стараюсь, типа, там сзади оставить. Смотри, короче... Не, ну я обычно пропускаю, я буду пропускать. Ты будешь пропускать? Пропускай, конечно. Пропускай, дружище, все будет хорошо. Так, очень аккуратно, мы на тягаче, это жопа полная, чувак. То есть, типа, вот я поворачиваю, видишь... Пошел нахуй, пидор! И видишь, он не будет поворачивать. Ладно. Блин, какой пидор. Да. Так, автобус! Автобус, сука! Так, спокойно, едем. Тут еще не самая сложная часть, короче, типа. Вроде легко, вот. Я ориентируюсь по этой херне, когда надо начать тормозить, потому что здесь вот такая штука. Смотри, сейчас тебе карту открою, как это выглядит. Кайман, проезжайте мимо, все будет хорошо. Вот, у нас красный бык. Короче. О, блядь. Ого! А ты намеренно ехал в стену? Короче, главное. Все, игра сломалась. И, короче, еще важную штуку забыл упомянуть. Я, наверное, просто загружу это дерьмо. Давай. Важную штуку забыл упомянуть. Нужно
50, не больше 50% груза повредить, короче. А, ну это похуй. А чтобы ты понимал, что мы везем, где это написано? F2, по-идее, или F4, или F3. Вот, короче, F3, вот она. Стеклопакеты. Мы везем стекло. Понимаешь? Зачем в алмазном стекло? Там же... Я не знаю, там же есть алмазы. Там алмазы, да, просто... Делайте окна. Делайте, да, из алмазов окна и все. Все правильно, я согласен с тобой. Кстати, вот он опять этот... Летучий китаец. В этот раз не палился, короче. Все нормально. А вертолет зачем там? А это если ты без груза сюда приезжаешь, тебя начинают стрелять вот этот и вот этот. Да, да, да. Нормально, там серьезно все. Все серьезно. Так. Я бы без груза в алмазы не поехал, наверное. Вот мы и не делаем это. Ты, кстати, карту обещал включать. Да. Бля! Все. Все. Ты понял, да? Все. Подождение груза 58%. Больше 50 стало. Ах, больше! Да, ну вот так считается. Ну, вот так считается. Оу, да, логично. То есть это не хп груза показывает. Ну! Это его антихп. Это его антихп, да. Хорошо. Все, поехали. Прошло уже 3 минуты. Я просто дальнобойщики не играл никогда, если что. О, сейчас, конечно, пиздец. Не, серьезно, я только смотрел все твои стримы. Да ладно, ты в детстве со мной тоже играл. Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, как-то она мимо меня прошла. Слушай, вот, вот я сейчас их всех пропустил. Молодец, и... а что, ты вежливый? Да. Можно рестартовать? Я не знаю, подожди. Еще не все потеряно, по идее. Они тоже могут где-нибудь наебаться. Ну, может быть, мы их тогда наебем. А я могу вот спокойно ехать уже, смотри. А, ну, отлично, нормально. Да. Я не переживаю, не тревожусь. Тут уже все нормально. Неплохо так. Так, так, так. Ну, слушай, смотри, тут фишечка в чем? У него читер, чит есть. У него есть права. Ой, это вот это гон вообще полный. Насчет чита, не слушайте его, блядь. Да, да, да. Типа, а я вот, а я не знаю. Машина в игре и машина на компе, да, это, блин, абсолютно разные. В игре и на компе, да? Да. Ну, короче, в жизни. В игре и на компе! Да, да, да. Бубух. Бух. Ну, груз-то все, целый. Все, он все целый, нормально, нормально, нормально. Ну. Пенопласт спас наши стекла. Я так посмотрю это. Да, нормально. Да, готовься, готовься. Не, не хочу. На самом деле лучше таймер реально убрать и повернуть его другой стороной, чтобы не видеть, короче, сколько, а ориентироваться чисто по звуковому сигналу. Ну, я больше не буду смотреть, например. А разверни его, ну нахер. Так все, смысл сейчас уже пойдет. Уже нет, но все равно. Мы третьи, кстати. Это хорошо. Это good. Сейчас ты будешь, короче, я тебе буду штурманом, короче, походу, сейчас. Вот. Первое, самое главное, запоминай это, сразу налево. Вот. Сразу налево. Да. Причем жестко налево, прям мощно налево. Ага. Надо карту включить. Да. Все, езжай. Все, по идее, тебе вот все, давай. Что нужно, у тебя есть. Единственное, если захочешь дать заднюю, у тебя рычажок вот туда, зад, вот сюда, вперед, короче. Все, я думаю, он меня вообще не услышал. Как дорога хорошая. Хорошая дорога. Так, смотри, короче, ориентируйся. Ты строил. Право принимай. Все, что-то бензин кончается, видишь? Вот. Нет. Сейчас, короче, когда начинает пикать, это значит, что сейчас может закончиться бензин, и у тебя выключится двигатель. Ага. Тебе надо нажать сейчас 911. Я налево сейчас еду, да? Скажи, когда нажать 911, я тебе нажму. Не знаю, как это? Я не в курсе когда. Ну, нажимай, если хочешь. Давай. Все, поехал. Вперед. Все. Бензин есть? А это есть? Быстро? Все, это поехали. Быстро, типа, происходит. Я думал, сейчас придут люди. Дед придет такой, типа, давай тебе. Так, а куда ты еду? Где дорога вообще? Смотри, смотри. Ее нету, типа, но ты по карте смотришь. По зеленке, типа, езжай. Блин, странно, ну ладно, хорошо. Я ориентируюсь по фонарям. Да, ты третий, тебе надо двух этих обогнать. Да, я вижу, но они уже далеко учесали. Аккуратно. А, ничего себе. Нормально так. 5%. Ах ты! Повредил. Да. О-о-о! Что происходит? Стой! Тихо! Так, и тебе надо по левой горе, вот по холму. По левому. Вот, да, вот туда как-то немножечко. И сейчас надо будет там резко налево. Вот здесь? Прям сейчас? Да, смотри пока, я сейчас точно помню. Вот сейчас, налево давай! В озеро, да? В озеро, только не туда! Вот, все хорошо, идешь хорошо, теперь туда! Вот между булочек! Ай! Что ты сделает, блядь? Сука! Так. Красный тебе. Все, едешь. Нормально, нормально. Вперед. С такой лучик красивый. Красиво, да. Отлично. Да, да.
Я вспотел. Так, хорошо. Газельку не трогай. Она маршрутка, везет людей. Ну, ладно, ладно. Работать из Алмазного в Горный, наверное. Так что будь аккуратен. Так, смотри, короче, немножечко можно сэкономить по левой стороне, по правой стороне сюда поехать. Не знаю. Сейчас направо. Ну, ты придумал! Четвертый, поторапливайся. Давай, давай. В смысле, а что теперь? Разворот, разворот. А как разворот? Назад? Типа тормоз надо нажимать? Нет, 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 надо вот так и, а. И в газ. Да, я просто здесь еще с управлением. Сейчас, 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 сейчас. Вот, газ, давай, давай. Газуй. Ну все, я понял, мы тут... Теперь это... вперед, давай. Что? Куда вперед? У тебя же еще тягач, если что. Там с ним очень тяжело развернуться. Пипец, как тяжело развернуться. То есть я сюда должен вот так вот. Ну, и типа, такой. Типа, а, смотри, типа. Мне кажется, нормально. Мне кажется, у тебя все получится. Нормас. Возвращайся нормас. Туда и давай туда. Вот. Давай, давай, давай. Давай. Они же сейчас там все это, сдохнут, короче. 13% уже. Нормально. Тут, короче, типа, надо. Анька вчера сказала гениальную фразу о дальнобойщиках. Почему она классная? Лево, лево, лево. Вот, почему игра прикольная. Тут как бы нужно не спешить, но поторапливаться. Вот, на себя типа вперед, понял, да? А, да, 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 понял. На себя это вперед. Как а от себя это надо. Да, 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 хорошо. Вот. Все вроде так, как должно быть. Почему камера выключает? Что происходит с камерой? Мы не пишем все время. Да, она реально не писала какое-то время. Что за херня? Да ладно, почему? Да, я не знаю. Я не знаю. А че прикол-то? Опять какие-то приколы с записью? Нет! Тихо! Нормас! 29! Гоним! Все, смотри назад, смотри назад. Что? У тебя прицепа нет. Ну все, тогда рестарт. Да, да, это рестарт. Давай! Нора, Нора! Че такой медленный? Я не знаю. Мраз! Где карта? Включи мне карту. Здорово! Я везу груз, и у меня груз есть. У меня есть. Не надо в меня стрелять. Бумаги так типа показываешь. Они такие уже убирают там пулемет. Обратно так. Пистолет. Так, так, так. Все нормально. Нормально. Все хорошо. Чуть-чуть так. Чуть-чуть не туда. Типа еще бы сантиметрик развыкупились, но все хорошо. Так, ну я поеду по встречке. Так тут же... всем посрать, мне кажется. А им тоже, кстати, насрать. Тут бывает, когда зоны прогружаются, чуть-чуть потуплю. Да, да, заметил. Советую, кстати, сейчас тут немножечко сбросить, конечно. Сбросить груз? Хорош, хорош. Давай! Все, 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 еду, 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 еду. Короче, нам нужно смочь обоим. То есть, типа, сейчас мы меняемся, но как только один из нас выиграет... Да я знаю. Я объясняю сюда. А, сюда? Да, да, да. Посматривай за камерой, бро. Вот. Если она вдруг отключается, говори мне, ладно? Ну, ебать, я твою катку просто обосрал. Газелька! А это наш? Да, это говнюк! Надо его дарить. Ну, типа, это конкурент. Ну, давай, это груз аккуратнее там. Он тоже стеклопакеты везет. Блядь. 9, нормально. Нет, нет, нет. Все хорошо. Тихо, тихо, блядь. Все, все, едем, едем. Мы ждем, когда он наебется. Смотри, мы ждем, когда он наебется. И что ты сделаешь после этого? Стану первым. Достанешь биту. Достану биту и добью его просто. Так, 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 спокойно, спокойно. Главное не терять прицеп. Сцепку с прицепом. Давай, да. Сцепка с прицепом. Я вот потерял недавно. Так. Блин, мне нужно только этого обогнать, понимаешь? И все будет окей. Но мне еще надо вызвать 911. Ну, а ему надо? Ему нет. Вот! О чем я и говорил. О чем мы была речь, да. Блин, ну газельку тяжело обогнать. Это вообще прикол. Вот, блядь. Видишь, начал пищать. Начал Черт. Пищать. Есть буквально секунд 20, наверное. До того, как отключится двигатель. В чем прикол? Короче, если не отключенным двигателем... блядь, все, он отключился нахуй. Сейчас надо будет включить зажигание теперь. Пробел. То есть так будто без пробела обошелся, да? Да, 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 без лишней херни. То есть нужно найти момент, когда вызвать эту херню. Вот. Ну ясно, ясно, окей. Все, я думаю, ты вкуриваешь прям на... Я да, на подлете такой. Опа, опа, как они такие тоже на подлете. Хуя, тебя обогнались. Да, да, да. А у нас еще не прокачано вообще ничего. У нас просто какой-то тягач и хуять, в общем. Давай! Да, давай! Так, не сбавляй скорость, нахуй! Просто хуярь, блядь! В жопу груз! В жопу груз! Вот. 50 нам надо оставить и все. Вот.
Ну да. А там сойдет, короче. Где-нибудь здесь оставить, и вас самому уехать. Так, 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 здесь вот этот дурацкий поворотизм. Блять, не улететь бы в серебро. Да, да, вот здесь опасная херня. Чё ты здесь забыл, гражданин? Проверяют, все ли с грузом. Говнюки вообще, реально. Так. Так, нет, 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 иди нахер! 34, сука, как же ты ёбнул! Сука! Такой нормальный ты парень! Жёстко, жёстко, жёстко. А чё, ты увидел, типа, что большой бургарок? Да, 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 что я могу сейчас тут пере... Все, что угодно может произойти, ты знаешь эту игру, это же полный... Я знаю, да, пытаемся. Вот, смотри, смотри, что творит. Не, не, пошел нахуй, пошел нахуй. Нет, сразу пошел. Че, 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 ты его пропускаешь, что ли? Он ёбнутый, он ёбнутый. Нихера себе. Второй нормальный, второй нормальный. А, ну ладно. Первый ёбнутый. Вот этот вот, я его просто уже видел вчера. Нет, не надо. Что происходит сейчас? Ну ты только начал. Это происходит рестарт. Да, да, да. Если на начале все. Так, 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 так. А они там что-то друг друга уже пихают. Нормально. О, да, это дальнобойщики. Я думал, они. Вот 19 повреждений груза сразу. За что? И у меня минус прицеп. Хорошо начало. Отличное начало. Мы, возможно, не сможем сегодня, понимаешь? Типа, просто никто. Ну, как бы, да. Но вы можете смочь. Вот, то есть в описании есть сейф. Вот. Вставляете его, загружаете и пробуете, сколько вам хочется. Главное, да ты смотри, что творят. Ты смотри, что творят. Смотри, один. И что ты делаешь? Ты пропускаешь? А я не знаю. Игра не хочет, чтобы я двигался вперед просто. Не понимаю. Так, нормально, нормально, так, собрались. Так, ты педали жми. Ты педали жми. А, я не жму педали. Так, 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 все, смотри, видишь, они там трахаются. Пускай трахаются, нам не интересно. Давай, давай, так, 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 не-не-не, так, так, так. Давай, 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 давай. А ты пристегнулся? Конечно, конечно. Ну, образно. Образно, хорошо. Вперед, 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 бери, бери, бери. Давай. В рот, быстрее. Давай. Тебе удобно? Нахуй. Это я тебе. Нормально. Все, едем, едем, едем. Да, так, ну слушай, здесь нормально. Здесь нормально. Причем они тебя по скорости не. Как это скорость? Я еду, блядь. 20, блядь. Да, сука, я не знаю. Пиздец какой-то. На самокате быстрее, блядь. Возможно, да, да, да. Ну давай, давай, давай. Да, ну, вроде нормально. Он твой поворот прям вообще. Все. А, вот это мне не нравится вообще, когда за тормоз. Да, такой. Ну все, пизда тебе. Блять, точно. А, надо же было. Да, блять. О, давай. Все, 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 нормально. Они там, видишь, тоже подтормаживают. Все, хорошо, все, хорошо, все, хорошо. Нормально, блять. Едем. Окей, окей. Так, карту открыл тебе. Тормози сейчас, потому что там острый, острый, очень острый, острый хуй. А что так долго тормозит? Такая хуйня, бро. Я до тягача не ездил, блядь. Живи, блядь. Все, пизда. Ну, блядь, давай. Че ты встал-то? Что происходит, блядь, вообще? О май гад. Ну все, наверное. А так давай, хорошо, стартуй. Они тоже застряли. Да, ведь от них же тоже зависит. Да, да. То есть да. Они могут, в принципе, наебаться. Слушай, а если просто перезапускать, пока они все не сдохнут сразу на начале? Вот. Ну, и тогда... На это может уйти и 3 часа, и 1 минута, типа. Ладно, так, хорошо. Смотри внимательно сзади, потому что они еще бортовать тебя да могут. Да я не буду смотреть, пошли нахуй. Смотреть еще, блядь, за ними. А, типа, я ни о чем не жалею. Я, бля, вообще, я назад еду не как... смотрю, короче. На, сжигаю мосты. Все, понял, понял. Нет! Ты упрешь на меня! Хорош, 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 отлично получилось. Вообще, молодец. Опыт вождения, понимаешь. Вот, я же говорил, все-таки дает. Дает, да. А ты пиздил. Да, я пиздил. Нет, блядь! Сейчас он сейчас, блядь, тебе может пизды дать. Он хотел груз у меня спиздить, да, да, что ли? Да, да, да. Мразь. Он хотел тебе прицеп. Я вот, блядь, за этот груз нахуй этим стеклом порежу просто, блядь. Я тебе прицеп отцеплю, говорит он. Какой он злой, а? Я твой рот порежу. Так, помнишь, да, здесь?
типа соточку едешь, уже, наверное, можно протормаживать, да? Да! Сука! Просто! Да я еду уже, похуй! Все, нормально. Сколько груза потерял? Не сколько? Что-то 11 там, по-моему. Все, отлично. 11 грузов. Типа груз-то сзади, не спереди, правильно? Ну да, блин, нормально. Передом можно разъебаться вообще. Да, да, да. Это я уже понял. Ну, слушай, я нагнал скорость, я чувствую. Вот здесь можно тормозить. Да, да. Вот это уже не плюс, короче. Не-не, ну чего ты не поворачиваешь, блядский хуесос? Не нормальный, блядь, вообще? И чё это? Я опять здесь стрял. Опять вот, короче, здесь глючный холмик. Здесь глючный холмик, на него нельзя попасть. Короче, смотри, в чем фишка? Когда ты тормозишь и поворачиваешь... Погнали! Когда тормозишь и поворачиваешь, он не поворачивает, он тормозит. А, он перестает поворачивать. Да, он почти перестает переворачивать, поэтому, типа, нужно заранее, а потом поворачивать его. Логично, здесь, наверное... О, там нормально случилось. Гидроусилителя нету, там гидравлика не работает. Да, да, я думаю, да. И АБС или что-нибудь. Ну, что-то в этом роде. И АБС. Так, нет, этот вернулся, этот сумасшедший желтый. Блин, а я член. Не дам ничего вообще. Дам, даже не груз дам. Потрогать не дам. Не дам. Нет, мой груз у меня в штанах всегда. Все стекло. Все стекло. Штаны. Ну, нормально еле, все хорошо. Все хорошо. Все прекрасно. Как будто меня кто-то пинает. Как будто есть такое ощущение. Мы не знаем. Ну, может быть, просто я фантазирую. Я не вижу там сзади. Ну, значит, я сам себя. Так, хорошо, здесь аккуратно. Автобус, оставь его в покое, да? Меня оставь! Чё ты остановился, блядь? Остановился, только посмотрел мне в глаза, блядь. И едет к дому. Аккуратно, оттормаживайся. Я оттормаживаюсь. Иди нахуй отсюда. Хочется, да, прям просто... Блядь! Нет! Все, все нормально. Здесь удобно. Вот, следующий. Да, опасный. Можно въебаться, кстати, груз не потерял. Здесь окей. Да, здесь окей. Хорошо, да? Хорошо. Вот. То есть хорошо. Иногда можно, иногда можно. Иногда типа... нужно, блядь. Ну, сука. Лосизу, папа, турбуку. Блин, я... Сука, сука, да что ты? Да что ты так вот любишь этот холмик? Коснулся его просто, ты просто его коснулся. Мразь! Все, я поехал, я поехал. Да, езжай нахуй! Со своим грузом в алмазный! Ну давай, еще тарань этого, блядь! Нет, я этих хочу сзади оставить. Нет, 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 нет! А, все, оставил сзади, блин! Там все погибло сразу. Так, ладно, хорошо, типа, я успокаиваюсь. Окей, едем, едем обычно. Да, они нормально. Там, все, 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 они там разбираются, у них разборки. Давай с этим тоже повторечки. Разберись. Китай. Ааа, Китай летучий, блядь. Что это было? Рено. А Рено это какое? Франция. Франция, да? Ага, хорошо. То есть сначала там китаец, потом француз. Ну, китайцы во Франции тоже. Немец, кстати, сейчас был. Мерс, по-моему. Хорошо, Зихай. А, в смысле. Аллах это кто? Более актуально, да? Так, и потихоньку здесь, смотри, такой, типа... Ну вот я смотрю, лёгонько, смотрю. Лёгонько. И вот нихуя не поворачивай, смотри, бильдер, блядь. Его тянет, он магнит какой-то ебаный, блядь. Он, блядь, прям вот прётся в эту хуйню. Как Мишанька, ты это сделал, Мишанька, блядь? Как-то произошло, как-то произошло, как-то случилось. Не дай бог, сейчас пройдет и мне опять проходить. И здесь может быть опасно тоже. Нормально, 19. Еще 18% процентов. Ничего. Нет, 8%. 8 еще процентов, хорошо. Да. Так, теперь вот этот хорошо. острый поворот. Острый поворот. И Косогор. Действительно, кстати, Косогор, смотри, какой. Ну да, 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 да. Косогор. Так, фара у нас... Иван Васильевич Косогор. Да, да. Знаем, любим, помним. Скорбим. Блядь. Да. Ага, уже бензина нет? А вот так! А нет, потому что жестко, надо быстрее жестко, ездить. Жестко, жестко. Повреждение груза 21. А где ты его, блядь, проебал сейчас? Так, ну зато моментально. А смотри, они все в жопе! Просто в жопе! Все, вообще не спеши все, тогда, все, кури. Все, рандом. Сигарету дать, покурить. Да? Пивка открыть. С удовольствием вообще. Так, еще девочек можем вызвать, типа. Прямо они на дороге, типа, проезжают на Каймане, короче, запрыгивают, да, как да, в да. Fast and Furious, короче, они запрыгивают тебе в кузов. Стекла прям такие да, летают, и да? пиздой тебе на лицо прям сразу. 25, бро! Ебаши! Ты жужжовский! The Cimarolin!
Заехаете. А здесь мы налево, по-моему, резко поворот. Да, здесь, здесь озеро. 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 Здесь оно очень опасное. Такое, опа, резко, я озеро. Не ждали, сучки? А мы ждали. А мы ждали. Так, все, 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 наша дорога. Давай, поэтому давай, давай. Мы не будем в нем тонуть. Они рядом, они рядом. Что-то они ускорились какого-то хера. Да, или я замедлился. Ну, может быть. Так, все. Не, мне кажется, они перестали ебашить друг друга. А-а-а, они, Георгия закончилась, да, типа, они кажется, такие, все, пора да. вернуться к делам. Они сняли уже, как бы, вот, да, да, и да. теперь продолжают работать. Все правильно. И потом они поочередно выпуски выкладывают, да? Ну, я уважаю, конечно, такое, такое, конечно, уважаю. Все, слушай, слушай, сейчас, по идее, может быть все ровненько. Это может быть она. Это может быть она, а может да и нет. Да подожди ты сразу, а? Что значит, сколько ехать, блин? Да, 29. Не надо, нахуй. Так, нам 50. Так, второй гонки. Ты смотри, ах что ты! О, фига, он прям на нитруху врубил, блядь. Ебать, блядь. Чё? Чё за пиздец? Охренеть, вообще. Чё за пиздец? Он чё, с разгона, блядь? Откуда ты реально? 51! Нет, сука! Ладно, я тебе хотя бы... А, он съебался. Чё? Кто съебался? А, груз еще прицеп съебался. Прицеп съебался. А вот поэтому, я наверное, хочу тебе показать тогда, хотя бы сейчас, если я успею, короче. Смотри. А. Блять, не успею. Давай, так, загружать все равно надо. Да. Здесь все видишь. Аккуратненько, да. Да, вот да здесь каких-то за проблем тобой не плетутся видно. Там лохи. Ах, полные вот. Вообще. Ну что, как жизнь? Давай, рассказывай. Блять, да. Газелька меня напрягает это. Да. Что-то с ней надо делать. Если она такие выкрутасы будет творить, блядь. А это что за... Это что такое, блядь? Это во второй гонке. Это первый место. Это вот тот да. чел, блядь, он сзади меня плелся. Угу. Какая слина. Я его больше всего боялся. Я не думал, что газелька такая... Да, она просто стартанула. О, давай переворачивайся, на. Говно, говно, говно. Автобус 45-й, не надо. Старорома, попа, аккуратно, нахуй. Еще, еще, брат. Я не вижу тебя. Моя радость. Все, давай, давай, газуй. Да давай, я газую. Газуй, газуй, давай, блядь. Так, у меня... Давай, короче, падай, падай. Вот, вот следующий холмик, вот этот вот, ага, вот ага. на нем начинает тормозить, типа. Вот здесь. Ага, вот, ага, раз, ага. раз, 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 раз. Встань. Встань. Все нормально, нормально, нормально. Да. Еще медленнее можно, еще медленнее можно, чувак. Не газуй, не газуй, не газуй, не газуй. Делай, делай. Бля, ну давай, пожалуйста, только не еби. Нормально. Что-то у меня не получается здесь. Блядь, дурацкий поворот, сука. Нормально, ладно, я понял, понял. Все-таки надо было еще тормознуть. Ни хера себе, я так думаю, так медленно еду. Да, я говорю, там нужно прям медленно-медленно. Скорость на тягаче ощущается по-другому, понимаешь? Да? Вот какая-то такая херня. Ну давай. Давай, родимая. Не подведи меня. Да куда этот прется все время? Он прям бьет тебе прям по жопе. Он хочет тебя в их гей-оргии, он прям ждет жажды. Может быть, я забыл надеть противожопные трусы? Блин, а... Противочлены. Противочлены. И они уже автоматически с внутри стороны, у них елдак, типа, да? Ты типа одеваешь трусы и вместе с елдаком внутрь. И... Ага, и все, уже больше не поместится, вот блядь. Вот и все, да. Вот, чё вот ты хотел? Типа, а я не гей. Не считается. Вот, тихонечко, реально, реально, реально. Давай, есть тихонечко. Пускай они там, пускай думают, что хотят. У нас же 9-1-1 тогда быстрее придет. Я боюсь его. Да, понял. Так. Опа. Вон туда, Междугорье. Да-да-да-да-да. Бля, я газельку сейчас боюсь какую-нибудь выскочить. Да-да-да. Посматривай назад тогда иногда. Тогда иногда смотрю назад. Чтобы как, ну, блочить. А я сейчас здесь разъебусь. А я разъебушечки, блядь. Все, пиздуй. Так, по идее, вот типа туда, вот так вот. Типа. Да, вот так вот, короче. Ага, началась. Давай вызов. Давай, давай сейчас. Сейчас, по идее, мы. Давай. Вот она ты какая, а! Нет, это ну и поехали, короче. И нормально, нормально, не переживай, не переживай. Я переживаю. Мы их еще можем обмануть, мы их еще можем обмануть. Сейчас следи за грузом. Ну как? Как, блядь? 6% есть сейчас уже. Так, вот. И, короче, едешь за ними. О, блядь, или я еду за ними. Едешь за ними ты. Или я еду за ними. Не пиздец. Так, так, так. Не пиздец. Не пиздец. Нормально, нормально, нормально. Уйдет у колбаси. Да, 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 да. Форсажи, форсажи все включили. Форсажи. Все по плану. Все отлично. Мне кажется, все хорошо. Теперь газелька уже нас не обгонит. Да. Уже ничего все. Бояться. Все, да. Спокойно едем. Спокойно. Главное, уверенно. Вот. Доехать до Алмазного. Со стеклом. И живым наполовину хотя бы. Вот. Все хорошо. И нетронутым очком.
кстати, верно. Это тоже очень важно. Потому что, ну, принимают товар, такие, так, стекло покажите. Очко? Очко, да. Все, молодцы. Нормально, нормально. Да, это всегда так делают, я знаю. Там, помойте хотя бы в следующий раз. Я как бы за рулем, как знаю. Да, вот, опыта, видишь. Вождение. Как раз в этом пригождается чистое очко. Чистые... Помыслы. Чистые помыслы, да. Блин, прикольно было бы, да, типа... С грязным очком. Да, 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 на суде, знаешь, там типа такой этот... А у тебя опа, очко грязное! Опа, груз немножечко потратил. Ничего, у нас еще 40% есть в запасе. Ну, в принципе, да. Так, и здесь есть небольшая наебка. Если поехать вот по этой части, вот, по идее, можно их обогнать. Вот, по идее. По идее. Ну, давай. Если постараться. Есть план, как бы, значит, будем его пытаться придерживаться. Да, да. Оп, 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 видал, как я хорошо. Видал, да, как хорошо. Да, наверное, я не знаю. Ну, все равно стрёмно было, блядь. Потому что, блядь, дальнобойщики, игра непредсказуемая нихуя ни в каком месте. Она в любой момент может тебя удивить. Классно. Газелька пока удивляет. Да, 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 да. Так, 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 так. Мне кажется, я сделал пиздец. Плохо. Нормально, смотри-ка. Всего лишь. А, заканчивается бензин. А кто это почему только здесь? А, и мы же уже вызывали 911. Вот. И теперь, значит, не хватит времени, чтобы доехать. Сейчас, блядь, ты что, включайся нахуй! Нет! Нет! Что? Давай, мы уже почти здесь. Ну давай, блядь, там бензинчик еще был. Да потом плюнь, что ли, в бензобак. Ну не надо, нахуй. Блядь. Вон он, вон он, вон он, вон они там, суки. Ну видишь, уже доехали практически. Короче, ты понял, да, что нужно максимум выжимать от этого дерьма? Бля, я-то понял. Может, забьем на таймер, просто сделаем это? Не, ну в смысле? Ну типа, имеется в виду, он закончится, а мы продолжим. А что, уже скоро, хочешь сказать? Я не знаю, ну вроде так. Может, уже, мне кажется, прилично. Да не-не, ну сколько там, раза 4, по-моему, я сбахнул, или 5. Да что ты за них паришься? Просто езжай вперед. Блин, не могу я за них не париться. Мне кажется, ты не на том акцентируешь внимание. Ебу. Не на том акцентируешь внимание? Нормально так. Он почуял запах стекла, да, блядь. Да, да. Я не знаю, Ctrl будет работать с этой херней или нет. А что за Ctrl? Идея Ctrl это типа на низких передачах газовать. Ну, вперед. Давай. Ебочим. Джибошим. Давай, давай, давай. Давай, давай, отравись давай от него, оторвись нахуй. Ну блин. Все, 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 забись. Он зацепился мне в анус. Китайский голландец. Китайский. Китайский теперь голландец. И, короче, смысл в том, что тебе нужно экономить бензин. Да. Но как? А нужно не сильно тормозить, скажем так. Чем больше тормозишь, тем ты больше бензина расходуешь. Да. Соответственно, если... не тормозить, короче. Не тормози. Не тормози, все, да. Блять, это что? Это в меня он... Ебался и все потерял. Я увидел, как он там улетел. Просто нахуй. Какое чудесное кино получается. Так, чувак. Стартуешь, не смотришь на них, так что не обращай на них внимания. А что я сделаю? Ну я вот посмотрел, вот он сейчас в груз мой влетит. Ну и что? Ну пускай влетает. Что я с ним сделаю? Знаю физику игру, тут, если что-то с чем-то сцепляется, начинается деление атомов происходить. Диффузия, блядь. Короче, такой же. Короче, коллизия тут не так хорошо рассчитана, мне кажется. И просто оно начинает. Да, тут нет физики просто. Здесь только математика. А, ну, физика это типа математика есть. Ну, типа, углубленная математика. Вот. Так, так, так. Все нормально. У тебя все хорошо. Да, все. Иди нахуй. Это у психолога, да? Да! Тормози! Оттормаживаться. Так мы же по тормозам не жмем. А, нет, ну ты тогда это. Тогда можем не продолжать. Тогда можем. Да, пизда будет. Вот. Слушай, нормально. Только, по-моему, автобус. Он там сзади. Да, он прям там сзади. Автобус он наебался.
Он наебался, отлично. О, отлично. Я даже этот автобус не цепанул, блядь. Все хорошо. Хорошо. Все хорошо. Хорошо. Так, и... Ага. Тапка в пол, да, на тормоза. Ну, прям, да, прям очень жестко надо тормозить. Прям очень жестко, блядь, тормозить. Че такое-то? Все, давай. И теперь не особо не газуй. Ну да, и вообще лучше стой. Да-да-да-да. Тут лучше не цепануть нихуя, да. Ого, вот это странная штука. Фу, так, здесь тут тоже надо чуть-чуть бросить. Все нормально, едем вперед. Ну, точно-точно-точно, поворот. И лево здесь. Так, сюда я редко добираюсь. А, значит, налево прям сильно? Сильно. А я что-то не очень сильно. Все, газуй нормально. Ой, я груз, красиво. Мне кажется, признаётся. Да, нет, там, блядь, там нелегалы. Здесь там груза нет вообще нихуя. Точно, мы проверяем. Я, блядь, точно отвечаю. Это, если и был, то немного совсем. Все скурили. Недостаточно, короче. Здесь чай. Да, да, да. Правее, типа, сейчас здесь будет. О-о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 
готов вызывать тебе 911. Давай. И лево надо будет, да. Аккуратно только с этим придурком. На, тебя, сука, бля. Его бы, блять, туда, дай его. Да, вот водичку были бы идеально, я и надеялся. Сера. Так. Так, а у нас здесь... Все нормально. Это твой единственный первый соперник сейчас. Даже Газель нас не интересует. Нахуй пошел. Так, нормально. Нахуй пошел. Аккуратно, блядь. Нахуй пошел, блядь. Все хорошо, блядь. Давай, Мишанька. Так, сюда направо. Право, да. Ага. Давай. Блядь. Да стой! Стой! 40, назад, давай. Все, ну это уже пиздец. Так, вперед. Давай. Все. Да, ебашь. Это было нормально, блядь. Ну почему? Еду. Все, хорошо. Все, у меня... Босс. Нормально. Не очкуем. Мы еще сможем. Я не плачу. Это пот. Отлично. Так. Все, едем спокойно. Нормально. Ждем. 42%, блядь. Стеклянный груз. Блять! Алмаз! Блять, 50! Не надо! Все, 50 можно, типа. Че там, блядь, посыпались, как домино, что ли, блядь? А, что за нахер? Ну, такой надо груз. No, fuck you, bitch! Да, ну ни хера, ты на 69 прыгнул. Найс, nice, причем. Ну, да. Ты хотел свою карту, я понял. Да, типа с пановой начать. Ну, конечно. Блядь. Докатывать за старшим братом, как бы до нашего. Всю жизнь. Так. Ну, пиздец. Да, блядь, ну начинай, чё ты по новому. Всё, смотри. Да ты уж грув проебал немножко. На самом старте. Проебал грув. Грув. Это в джазе так говорят. Блядь. Нового басиста нашли, он грув проебал наш старый. Блядь, он грув пожил. Нормально, пускай едет первый, короче. 11% ты проебал. Ну, ладно. Грув. Ты все еще чувствуешь себя джазистом? Нормально, еще, ну как-то нормально. Окей. Еще пару партий отыграешь. Да. Ничего страшного. На моем саксофоне. Смотри, он сейчас там наебется. По-любому сейчас, 100%. В автобус сейчас видишь. Да, чувствую. Давай, будет езжать в автобус. Ну нет, что-то не подружились они. Автобус там завис такой. Угу, так. Просто. Вот здесь можно, типа, дрифтей там небольшой сделать. Вы ебал! Дрифт, ебаный! Я знал, что это плохо может кончиться. Вот поэтому я не дрифтую. Да. Блин. Да. Когда в Алматы еду. Понял. Давай. 18 метров в час уже. 20-30. Все, газу вообще. Нитро в топку. А где он? Пошел он нахуй. А, вот он такой появился сразу. Такой, я здесь. Ты говоришь, такой... Нависает над тобой. Или он как чужой такой. Да. Бля, жестко. Даже страшно, хорроры какие-то играем. Так.
Опа! Ух ты ж, а есть. Вот он. Еще друга привел не с собой. Надо, блядь. Так, ладно, все, езжать, езжать. Ничего страшного, ничего страшного. Газель. Ты куда, нахуй? Так. Газель сейчас сверху такая тебя. На, сверху, блядь. Блядь, да. Так, ничего, мы что, мы верим в то, что они разгибутся. Ну да. Ну да. Я в это верю. Дрифтуй. Дрифтую. В автобус прям. О, видишь, он разъебался. Ну, кстати, да. Он что-то дрифтовать не умеет. А походу. Мы дрифтанули в автобус. Ну, уже, значит, второй? Да. А-а-а. Ты часто дрифтовал в автобус? Я пару раз точно, мне кажется. Так, и все нормально у нас. У нас все хорошо. Ну, вроде чуть выровнялся. 3%, ничего страшного. Но надо же еще обогнать пиздюка. А, рановато что-то. Так, 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 рановато, правда. Ты еще должен был вот эту хуйню проехать, и там вот да, уже. Я отпустил газ. Все, сейчас. Давай. Пока еду. Без газа. Типа не газую просто. Это... вызываю тебе хуйню. Да, давай. Сразу вызываю. Все, газую. Да. Так, нормально, ты второй. Ну, конечно, второй. Все. Так. Да. Так, good. Ладно, good. Этого я поганю. Ебем. Да, ты смотри, куда он учесал. Он лох. О, вот этот первый, который... Да! Так, аккуратно, правее чуть-чуть держись. По-моему, здесь вот... Правее! А, точно. Ну, нормально, кстати. Право. Нормально! Нормально! Сука, блядь! Все, окей. Все нормально. Куда я поехал, блядь, мне же налево? Лево, да. Так, только аккуратно. Здесь надо не быстро. Так. А я вот как раз-таки не быстрый такой. Давай. И в озеро я промеху? Ага. Вот туда, и право, прямо. Да, но это говно едет. Но это говно едет быстрее. Чем я плыву. Ноу, блять! Что? Отцепился. А, грузик. Нормально. Ни разу даже не доехали, бро. Не доехали. Почему? Ну было типа там. Как-то обосренько, но было. Ну, надо хотя бы доехать. Да не ссы, ты чё, ну блин. Ребята, сложно. Вы сможете? Вот скажите, вот. А? Ты сможешь. Давай. Ты сможешь. Ай-яй! Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. А что он хочет с моим грузом сделать? Ну, его валяет прям. Да? Нихуя да? себе. Это прям жесткий по конкуренту. Да какой он, а? Ну, лучше вот, типа, все, пускай, let him go. Пускай лучше, едет, да. Пускай едет вот в него, давай, в зеленого. Let it go. Let стонет it go. Моего грузика, моего любимого. Ой, блядь. А, ничего, кстати, он не смог победить мой груз. Да? Вообще лох. Я не на того нарвался. Вот на него нарвись, на вертолета пусть нарвется. Это Питер. А ты врезался в вертолет кто-нибудь? Нет, но Вова делал это. О, прикольно. Нет. Что такое? Что, меня кто-то трак? Ну? Да, вот он. А, вот он. Все, вижу, thank you very much. Ничего плохого не произошло. Ну, мне не понравилось. Мне было неприятно. Явно нехорошо получилось. Так, можно оттормаживаться. Да. Вот. Ёбаный рот, блять. Нормально. Ну, груз я потерял. Подумаешь, груз. Кому надо? Я вот тогда поеду вот прям в грузовики. Во, видишь, теперь ты тоже заморачиваешься, чтобы его сзади оставить. Да. Ну блин, ну а чё он делает как-то по-пидорски. То есть ладно бы он просто пытался обогнать, так он мне груз трахает, блядь. Да. Груз, то есть я думал, это ну не повлияешь никак, не он никак, ну а вот как бы вот так. Да, надо все контролировать. Ну, нормальненько. Ну все, едем, ладно. Ладно, все, поняли, короче, как делать. Да. Сначала... Питер. Хорошо, значит... Нормально. Бывает, окей. Я тоже люблю петь. Про груз и стекло. И соленый груз алмазного моря. Такой, блядь, синий ржет такой еще. Говорит. Я тебе смотри, какую подставу, говорит, оставил. Ну ты молодец, ты справился. Все хорошо, да. Я правда вспотел весь нахуй. Зачем? Фига ты просто лютый.
Зачем он повернул? Там же, может быть, был живой человек. Он уже нет. Ну, уже нет. Не такой уж он и живой. Убитый, нахуй. Да, да, да. Так он поэтому и повернул, может, потому что он убитый. Там курился. Хлам чая, да, из алмазного. Он, знаешь, алмазный чай, он такой вообще. Да, он не стеклянный. Я его лично туда доставлял когда-то. Да. Все, мы идем хорошо. Мы всего лишь вторые, ничего страшного. Газель, кстати, позади. Лично доставлял его в себе. Ну, кстати, интересно. Где груз? Такой, ты поближе. О, нихуя! Так, я тут плохо сделал. Стараюсь не топить. Вот, уже заканчивается сука. Да, вот что-то рано теперь, да. Но это я перегазовывал, видимо. Видать, кого-то перегазовывал. Я, видимо, я перегазовывал. Все. А если на склоне же, можно особо не газовать. Еду чуть-чуть на холостых. Чуть-чуть на холостых хотя бы проехать еще. Давай, 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 протяни немножко. Ну здесь, по-моему, нормально уже. Здесь нормально, мне кажется, можно ехать. Да, здесь где... Нихуя ты вообще не нажимаешь, да? Да, ну типа, ну... Давай. Пиздец. Пойди газель. Пиздец. Не знаю, может она там где-то застряла, пятая. Ну, знаю, она что-то вон в жопе где-то. Ну и пусть. Будет газель позади. Да. Надо, короче, прям, надо аккуратно отгазовываться. Уже надо, впереди. Надо аккуратнее отгазовываться. Понял. Да, ты прав. Мишанька, пиздец, как ты прав. А-а-а-на! Бля, ну я, кстати... Как-то так мягенько даже. Но все равно, как будто типа... даже не хотел ему въебать. Одну позицию я как бы отвоевал. Позицию альфа-самца? Ну, такого, как бы... Преальфа-самца. Бета-самца. Да. Вы третий в гонке. Сейчас, подожди, надо только не разъебываться. Подожди. Нам еще груз же, блядь, сохранить. Нахуй, блядь, я груз решил сохранять. Я вообще взял, блядь. Нахуй надо, блядь. Дурак. В стекло это нахуй оно. Да. Так, хорошо, смотри, мы сейчас ее наебываем. Смотри, нет. Смотри. Или он. Ну, кто-то, блядь. А груз. Не надо! Не трахай! А что, нормально, 27%. Так. По-моему, как бы все. Че ты так переживал? 29. Видишь, на ухабах я просто. Я просто на ухабах это. Он сыпется дальше. Да. Трещинку поставил, вот. Она дальше. Блядь, я говорю, трещинку поставил, блядь. Вот стоп. Блядь, она дальше. Сейчас она вот так хоп, да? Блядь, и по всем пройдет. Как КС. Не надо. Как КС? КС. КС. Как КС. Ну, как КС, там 1.6, там что-нибудь такое. Ну, конечно, блядь. Она вот что такое? Чем кот-то наверх куда-то собрался. А вот почему. Мне же... А мне не надо сюда, надо. Да. Мы же уже проехали. Проехали. Бля. Так, надо срочно налево. Срочно прям? Да. Мы должны хотя бы доехать. Да? Пожалуйста. Ну, как главное, чтобы бензина хватило. Блядь, может не хватить нихуя. Да, бензина может не хватить. Вы пятый, кстати. Выключил движок. А, его вот так вот вырубаешь, типа, движок? И экономишь бензин. Ну, блин, нихуя это. Без движка я не ездил еще. Я ездил. Все, вот это вот, знаешь ли, мне тогда клавиатуры будет не хватать для таких. Ты мне только скажи, я тебе. Ну смотри, а все равно ты не успеваешь. Я первым. Не успеваю, бля. Потому что он какой-то говнин там я уже успел. Движок. Угу. Блин, нормально такой, опа. Зачем мне бензин, когда есть инерция? Да. Вас только что прибыл, уже разъебано. Но я хотя бы доеду. Давай. Покажи! А, видимо, просто пятом доеду, да? Ну да, наверное. Вот смотри. Они. Вот они там двое. Хуй! Вот. Короче, как думаешь, какой, реально? Какой, да? Четвертый приехал. Четвертый, плохо. Да. Ну, реально, видишь? Да, только надо все сделать. Ну, слушай, много где про... О, а вот и я. Дикой. Нормально так. Прям подгадали, а там Дик еще вообще дикается или уже все? Это, по идее, последний трай. Сейчас да ладно? Скажу. Блин, а только начали, как будто бы. Так, 55. Да, это, по идее, твой последний трай. Все вообще? Да. Нихуя. Мы, считай, не смогли, короче. Только если ты сейчас
Нормально ты придумал. Ну, я не знаю. Ну, неплохо, неплохо. Ну ладно, не, ну чё ж. Слушай, так быстро время пролетело, черт побери! Я же говорю, да, но быстро летит. Я не ожидал, ну у нас вроде час же был, нет? Да, да, час. Точно час прошел. Угу. И этот пидор прошел. Как час. Взял и прошел. Так, ну ладно, давай, Мишенька. Твоя. Давай. Ластецкая, да? Давай, давай. Все, ты я сможешь. Теперь как бы просто ты. По красоте должен да? сделать. Да? На изичах. Или вот так. Да. Дрифт. И вперед. Газу. Да, газу. Ага, да? Ну я так, не на полшишечки. Понял. А, наверное, здесь надо не газовать, да? Да, здесь экономить, наверное, бензин. Экономить бензюху. Миша, пиздец. Ну, я не думал. Не гадал. Ну, получилось, наверное. Типа. Все охуенно получилось, ты вообще. Да. Я чувствовал. Я пришло осознание. Да, да, ощущение. Да, да, да. Покой, да, вот такой ощутил. И все, едешь в покое. Все. Ластецкая, а значит, а это она. Нормально. Я думал, въебусь. Я думал, я въебусь. А, смотри, кстати, газ-то теперь уже можно выжимать. Разувай. Так, если тебе как-то нужно выключить двигатель, если хочешь, говори. Не знаю пока. Так я и... не чувствую, когда надо его вырубать пока что. Ага, ага. Не знаю. Ну вот когда будет... Блять, он далеко очень. Знаешь, такая, когда тебе нужно будет долго тормозить. Когда мне нужно долго тормозить. Вот сейчас, например. Включай ворота. Как-то поуебанский немножко сейчас. Но ты не погиб. Да, я жив. Это радует, очевидно. Блять. Че он так далеко оторвался-то? Он, блядь, хоть день сдохнет. Да там, реально, блядь, было бы прикольно. Он сдох. Так, спокойно вроде, тут вроде все окей. Вот. Ну вот здесь нормально, если бензин качается, вроде как. Так. И вот мне кажется. О, 6%. Правее бери. Правее чуть-чуть. Про то, что там озеро здесь. Да, вот, точно, вот, забываю все время про это озеро. Право. Да. Так, право. Давай выключаю двигатель. Так, я выключу двигатель. А. Сейчас на холостых. Ага. Тебе все равно подтормаживаться налево. Так, давай включаю обратно, видимо, тут надо чуть-чуть поддать. Давай, у тебя все получается. Блин, ну он очень далеко. Не смотри на него. Я не могу! Он их далеко. А я так люблю его! Блядь! И его тоже! А, пошла жара. Только сейчас? Да. Ты крутой. Ну, так ты же мне включал. Двигажочек. Да. Че, когда? Давай сейчас? Давай. Газа. Фу. Все. Блин, знаешь, должно где? Быть заебись. Знаешь, где хорошо бы отключать его? Когда чуть-чуть вот так вот скорочки вот было бы. Смотри, по-моему. Надо было, знаешь, что делать? На огромной скорости нажимать 911. Почему? Потому что ты остановишься тогда. А-а-а, и типа, чтобы не оттормаживаться. Да-да-да-да-да. Ага, сюда-сюда, правильно. На, чё, типа, ну ни хрена он учесал. Сэкономить, типа сэкономить. Я не подумал про эту механику, слушай. Да да, тут надо вообще такие вот разные механики поиспользовать. Так. То топи. Бля, пиздец он, пиздец он рядом. Тебе бы он разъебался бы там, конечно, а? Да, нахрен. Косёл. Может, газелечку туда пульнуть ему? Такая, блядь. О, поехала, давай, родная. Давай, родненькая, въебись его. По наводочке такая, знаешь, блядь. Да-да-да, как в Mario Kart такая. Пумс, блядь. Так, не давай пух. За ней. Давай за газелькой. Да-да-да, я уже понял. Не, смотри, он уже там пиздец, он охуел. Да-да-да. А это потому, что я так медленно, поэтому мы много так проехали, и вот, собственно... Всё, давай, езжай до конца. Да, до конца, давай, конца. Давай. Все, там конца. Закончилось, да? Да, там все, это был конечный таймер. И теперь налево. Направо. Да, налево, все правильно. Ну да, так, здесь, ебаш, конечно, ебаш. Нереально вообще. Двое деления еще есть. Я еще вот не в
пол не выжимал, короче, бензин, газ. Не сильно. То есть я везде так старался аккуратнее. Будет резко, так нельзя. Резко. Так нельзя делать. Резковатый. Ага. Хотя бы доедь, я уже буду счастлив. Вот. Так, вот тебе туда, помнишь, да? Да, вот. Я помню. Только там аккуратнее, только там что тяжело. Прибыл. Правее, правее, давай. Объедь справа это дерево. Ага. А, то есть дерево, оно считается? Ага, ага. Как очки, короче, да. А Элвисы, где Элвисы, блин? Все, торможи, тормози, отторможусь. И давай поворот направо. Все, поздравляем, вы сдали. Груз. И права тоже давайте свои. Да, мы вас забираем. Забираем, да. Больной вы, ублюдок. Совсем с ума сошли. Да, ну не это, не. Все, довози, довози. Ладно, бог с ним. Слушай, ну по-моему, я не последний. Да, ты не последний. Ну, какой? Я тебя хотел. Четвертый. Да. Я тебя поздравляю. Ну ты хотя бы доехал. Ни хрена себе. Интересно, интересно. А кто прислал это, он, надеюсь, сам-то смог? А, нет. Ну, типа, у меня нет записи того, как я смог. Ага. Не будет. И не будет. И не будет. Потому что это что? Это спецвыпуск специально для вас, дамы и господа, был. Еще раз напоминаю, у нас турнир будет 2 декабря совсем скоро. Билетов уже сидящих, к сожалению, нет. Остались только стоячие. Но вы все равно... Да, кстати. Лежачий хороший билет. Но все равно приходите, я буду очень рад вас увидеть. Там будет Мишанька тоже. Я, да, я обязательно. Вообще будет очень здорово. Ссылки все в описании, естественно, не забывайте про Skillbox Круспрофориентирования. Я уже забыл, как он называется. Ну, в общем, тоже там проходите по ссылке, изучайте все такое, подпишитесь на Boosty, все такое. И, в общем-то, это все. Всем на этом спецвыпуск закончен. Да? Вот. И цветочков. И покидулька.